вы когда-нибудь задумывались, чтобы завести собственный бизнес, который будет основываться на том, что вы будете давать деньги в долг и за это получать проценты. Бизнес, конечно, рискованный, но сколько банков и финансовых империй озолотились на нем? А что если давать в долг не каким-то частным компаниям или знакомым, а крупным предприятиям, странам или быстрорастущему бизнесу? Сделать это легко. На самом деле можно просто нажать одну кнопку в приложении Finam и купить облигации. Выпуск облигаций строго регламентируется, что снижает ваши риски по сравнению с бытовым кредитованием. Кстати, проценты за то, что кто-то пользуется вашими деньгами, называются купоны. С помощью облигаций можно дать в долг как на короткий, так и на длительный срок, как надежным, так и не очень заемщикам, что позволяет делать интересные торговые стратегии для любого типа инвесторов и для любого уровня риска. Удачных торгов!